Всем привет! Сегодня мы с подписчиками пройдем в школу зомби. Полное прохождение с хорошей концовкой. Приятного просмотра! А вот и мои подписчики. Уже все собрались. Садимся в автобус, ждем отправления. Вот мы и приехали в школу зомби. Нас встречает учитель. Ну вот и мы. Также тут везде стоят красные ящики, которые можно открывать. И там бывают разные вещи. Например, бинты, пончики и аптечки. Они нам еще пригодятся. А вот и аптечка. Также тут есть стул на колечках, на котором можно быстро перемещаться. Это шкафчики учителя. Только тут ничего нету. Теперь выбираем, что у нас будет. Вот, все выбрали первое. Подпишитесь на канал и ставьте лайки. Дождь. Также можно с помощью бага, сидя на стульчике, каталке, можно смотреть сквозь окно, стекло. О, а вот и первый зомби. Пытается выломать окно. Пока все подписчики живы. Ну что будет в конце, посмотрим. Сейчас посмотрим новости. Зомби. Вирус зомби. Вот и склад. Возьмем оружие. Дубинку или лом. Я возьму лом. Он железный. 4 часа спустя. О, подписчик на лампочку залез. Кто-то стучится. Полицейский. Он нам поможет. О, очень много зомби идут в нашу сторону. Идем за полицейским. Всегда лучше заходить за ним. Теперь нужно выломать дверь. Зомби уже тут. Готово. А вот и паркур. Тут всего 2 жизни. Один раз проиграешь, второй раз заспаунишься с оружием, но все аптечки и все исчезнет. Паркур легкий. Там внизу еще есть зомби. Они до нас не достанут. Машина за крупуном. Забрала учителя. И уехала.
едем. Приехали. Тут можно купить пистолет за 15 робоксов. Стрелка показывает, куда нужно идти. Кто-то в мусорном баке. О, привет. Можно прописать команду «Еданс», и он упадет, если встать там, где он будет ходить. Это работает во всех играх Робокса. Теперь выбираем, что у нас будет. Ну, мы выбираем второе. Стрелка показывает, куда нужно идти. Идем за полицейским. Теперь нам нужно пройти сквозь это все. Везде тут пулеметчики. Ну, давайте начнем. Пошлите. Они стреляются довольно сильно. Теперь лазеры. На них не попадайтесь. Убьют сразу. Вот кто-то уже проиграл. Подписчик. Потом уже разные лазеры. Продолжим проходить. Обходим их. Видите эту красную штучку? Если на нее встать, на эту красную зону, тогда мы будем ехать. Вот они уже и приготовили яд. Кто это такое, я так и не знаю. Идиоты, говорят, посмотрите на это. Она теперь стреляет. А, мы в углу. По мне уже несколько раз попали. Паркурим. Нас телепортировало к полицейскому. А птичкой и можно отхилить других. Вот они напали на нас. Поднимаюсь, тут еще и зомби. У меня половина хп. Теперь нужно пройти небольшой паркур. Главное, не упадите. Справились. Выбираем. Ну, я выбираю вторую. Потому что там написано новое. Теперь прыгаем в эту трубу. И оказываемся в мусорке. Военный убитый. Пошлите. Да, тут сильный противник. А вот и наш грузовичок. Поехали. Сейчас будет босс. И осталось только 2 подписчика. Пока что просто едем. Странно, почему мы на крыше грузовика, а не внутри? А вот и машина приехала. Целится гарпунами. Пулеметы. Красная зона — это пулеметы. Фиолетовая — это что будут зомби. Не попадайтесь ни на что красное. Зомби тут много. Нужно атаковать крюк, когда он появляется. Там прям написано, атакуйте меня. Красная зона, это где будет стрелять пулемет. Также у них есть гарпун, которым они стреляют по нам. Сзади показывается, сколько у него хп осталось. Уже половина. Один подписчик упал.
теперь нас только двое. У нас по две попытки. Это еще одна. Чуть-чуть у него вообще хп осталось. Снова зомби. Пулемет не так, что и много сносит. Но рекомендую, тут очень беречь хп надо. Все, справились? Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У меня бывают стримы и интересные мультики. Вот и горящая его машина. Всем пока!